Наша телерадиовещательная компания победила во всероссийском конкурсе «Смиротворец-2015». Документальный фильм режиссера Марии Кравченко в условиях военного времени стал лауреатом в номинации «Нация победителей. 70 лет победы в Великой Отечественной войне». В конкурсе «Смиротворец» ежегодно участвуют федеральные, региональные, а также национально-культурные СМИ. В этом году за победу в различных номинациях боролись 764 средства массовой информации. В 11 номинациях лауреатами стали всего 37, среди них и Ненецкая ТРК. Да, конечно, эмоции зашкаливали, потому что быть лучшими из 10 тысяч работ, присланных на конкурс, это очень серьезно. Мы очень рады, что нашу телекомпанию считают одной из сильных, мощных компаний, сказали. И я очень рада, что историю подвига простых женщин, детей города Нарьямара в годы Великой Отечественной войны узнали в России. Все были потрясены этой историей, и видно было, что это единственная работа, пожалуй, из всего конкурса, где видно, что не только один человек или маленькая группа людей делали фильм, а вокруг фильма объединилось очень большое количество людей.